Итак, снова здравствуйте. Я приветствую вас на своем канале «Здоровье, красота от морковки». И в этом видео, как видите, я буду говорить с вами о горохе. Ведь многие не понимают, а может просто не знают об уникальных свойствах этого гороха. Горох выглядит вот следующим образом, кто его не видел. Он, конечно, еще до конца не созрел. Это свежий горошек. И, кстати, конечно, он сейчас уже отцвел, хотя где-то он еще продолжает расти, давать плоды, ну, в зависимости от региона. А здесь, как видите, то есть я его собирал где-то месяца полтора назад и заморозил. Уникальность вот такого гороха, свежемороженого, очень-очень уникальна. Оно не только благотворно влияет на весь организм, на его состав крови, на кожный покров, на волосы, также на другие функции организма, благотворно влияя и усиливая их за счет своих многочисленных веществ, которые здесь содержатся. Если собрать горох, который уже созрел, то такой горох, конечно, тоже очень полезен. Но в нем просто идет повышенная, скажем, концентрация белка, но некоторые вещества начинают отсутствовать, например, хлорофилл. Как видите, вот зеленая вот эта часть – это хлорофилл. И он очень полезен для крови. Ну, если полезен для крови, значит, полезен и для всего организма. Сейчас я вам так открываю, чтобы могли увидеть. Вот они, так называемые семена. Такие не кругленькие. И кто пробовал свежий горох, особенно в детстве, когда вот, да, то горох вот такой, в такой стручковый, свежий, он очень вкусный, очень сладкий. И такой, знаете, необычный, насыщенный, очень такой сильный, приятный вкус. И вот буквально можно вот съесть несколько штучек вот этого гороха и вот таких стручков. Прям вместе с стручком все. Только здесь, знаете, вот кожица такая тоненькая, ее вот надо просто снять, убрать. Но это можно вместе с ней, в принципе, глотать, ничего страшного. Наоборот, почистить кишечник. Но, тем не менее, значит, его просто вот достаточно несколько съесть, и человек приобретает сытость, такое чувство, что он так поел хорошо. И все, знаете почему? Потому что здесь не только содержится, ну, белок, соответственно, конечно, во всех растениях он содержится, но в горохе считается он как бы особенно, не считая, наверное, вот орехов. Итак, белков здесь может достигать от 5 и более грамм. Также здесь, конечно, есть сахар. Почему сахар, между прочим, 6 и более грамм достигает, в 100 граммах имеется в виду. И вот и чувствуется вот этот сахар, очень приятный такой сахар. Он, во-первых, кстати, очень полезен диабетикам, потому что как таковой сахар, он не рекомендуется. Вообще сахар никому, не рекомендуется, рафинированный имеется в виду, потому что он отнимает все же жизненную энергию у человека. А то те количества, которых мы поедаем сахар, он, естественно, мы остаемся без зубов. Кстати, это одна из причин, почему у людей выпадает там или начинаются проблемы с зубами, то есть кариес и так далее. Так вот, здесь абсолютно натуральный сахар, абсолютный, как вот в меде, ничего лишнего и в определенной и нужной концентрации для человека. Также здесь присутствует натрий, углеводы, также витамины А, С, а витамина С, представляете, до 24% может содержаться. Витамин Е, витамин К, также тиамин, рибофлавин, витамин В и даже фолиевая кислота, которая благотворно влияет на весь организм человека. И очень полезен особенно детям, ну, конечно, и взрослым, но особенно детям и беременным. Или те, кто планирует, скажем так, обзавестись с детьми, то есть фолиевая кислота в этом плане очень необходима. А здесь ее просто кладезь этого вещества просто очень много. Хочу сказать, что полезные свойства этого растения, зеленого горошка, они просто безграничны. Такой горошек, он благотворно влияет на сердце. Благодаря тому составу, который здесь есть в этом горошке, то есть фолиевая кислота, калий, витамины В6, а также лютеин и другие вещества. Рекомендуется употреблять такой горошек именно вот в таком виде, свежесорванный, неконсервированный, тем, кто, конечно, болеет таким тяжелым заболеванием, как рак. Потому что содержится куместерол, который подавляет рост раковых клеток.
он особенно эффективен, кто страдает раком желудка. Кроме того, этот продукт очень богат противоопухолевыми фитонутриентами. Люди, которые страдают ожирением, или которых стремятся сохранить фигуру или похудеть, им просто необходим есть вот этот горошек. Просто необходим. Благодаря не только высокой дозе белка в этом горохе и клетчатке, все это помогает регулировать обменные процессы в организме. Способствует усвоению тяжелой пищи. Вот хочу отметить этот момент. Помогает усвоить тяжелую пищу. То мы же едим булочки, там, макароны, очень много жиров. Так вот, горошек зеленый помогает особенно расщепить эффективно крахмал на простые сахара. Горошек, он очень полезен людям, которые больны костями. Это, наверное, правильное название. То есть болят кости, слабые кости, разрушаются кости, то есть остеопороз и какие-то другие сопутствующие болезни. Так вот, благодаря витамину под названием калий, а также очень хорошей дозой марганца, которая содержится в большом количестве в этом растении, эти процессы либо замедляются, и даже, возможно, просто излечение. Но в большинстве случаев, конечно, нужно все это делать заранее, как говорится, горошек есть заранее, чтобы была профилактика. Но, тем не менее, те, кто уже больны этим заболеванием, костным аппаратом, больные кости, то все равно, конечно, надо такой горошек зелененький есть, и это будет способствовать, по крайней мере, улучшению состояния. Зеленый горошек очень полезен для зрения. То есть, у кого есть проблемы со зрением, или начинаются какие-то проблемы со зрением, то такой горошек очень необходим, потому что благодаря такому веществу, как лютеин, это вот натуральный растительный пигмент, а также витамину А, который также здесь содержится большое количество, все это в целом влияет на наше зрение, то есть улучшает его, защищает от дистрофии, имеется в виду желтого пятна, а также сетчатку, то есть укрепляет ее от повреждений. Еще раз хочется сказать, что горошек очень необходим тем людям, которые хотят похудеть, потому что здесь содержится огромное количество клетчатки, которая, между прочим, выводит, когда поступает в наш организм, очищает наш организм от токсинов, от каких-то вредных соединений. То есть горошек на это способен. Также, если потреблять его регулярно, то человек как бы чувствует себя уже сытым. То есть он чувствует, что ему как бы больше есть не хочется. И за счет этого тоже происходит похудение. Есть все же определенные рекомендации для тех, кому не нужно употреблять. То есть в основном это людям, которые страдают подагрой, камнями в почках. Хотя, конечно, я с этим не особенно согласен, но тем не менее такое противопоказание написано в разной литературе. Поэтому, наверное, стоит к этому присмотреться, прислушаться. А вообще, конечно, все индивидуально. Тем не менее, в других источниках, наоборот, говорится, что нужно применять зеленый горошек для вот этого заболевания, почечно-каменной болезни. То есть нужно приготовить отвар. Отвар делается не только вот таких из свежих стручков, но и также из стеблей этого растения. То есть пока они не засохли, такие свежие и замечательные. То есть нарезается мелко-мелко, можно ножиком, можно ножницами нарезать. Очень легко, между прочим, режется. Берется 2 чайные ложки нарезанного этого растения и заливается стаканом горячей воды. Ставится на огонь, на медленный огонь, и в течение 10 минут на небольшом огне помешивается. После этого снимается, закрывается крышкой и настаивается в течение 10 минут. Все, такой отвар готов. Его можно процедить и пить по 2 столовые ложки 3-4 раза в день до приема пищи в течение месяца. То есть это должно способствовать разрушению или даже растворению этих камней, которые находятся в почках. Японские ученые выяснили, что горох обладает иммуномодулирующими свойствами и может стать одним из компонентов иммуностимулирующих средств. Это означает, что горох может укрепить иммунную систему человека в борьбе с различными заболеваниями. Кроме того, японцы выяснили, что горошек зеленый может использоваться в препаратах для нормализации микрофлоры кишечника.
Ну, вообще, конечно, можно много говорить о горохе, но все же, тем не менее, хочется добавить, что горох, такой зеленый горошек, он применяется при всевозможных различных заболеваниях, такие как экземы, рочистые воспаления, гнойные раны, фурункулы, а также применяется даже при ожогах. В Китае, между прочим, рекомендуют употреблять этот зеленый горошек при болезнях селезенки. При этом горошек борется с запорами и оказывает легкое мочегонное воздействие, вследствие чего уменьшаются отеки. Еще горох применяется и в косметологии. Для этого берется вот свежий горошек. Можем в стручках, можно просто достать горошек, который здесь находится, зелененький горошек. Его нужно будет растолочь в ступке и смешать со сметаной и нанести на лицо. Если так делать периодично, ну хотя бы раз в неделю, то лицо, на коже лица обретет более свежий вид, и многие проблемы, связанные с, значит, с кожей, они просто либо смягчатся, либо уйдут вовсе. Это, между прочим, косметика уже давно известна, ее применяют вот таким образом, как я объяснил, сметана с горохом, около 300 лет. Или даже более. Вообще много, скажем, что с этим горохом связано, много где его применяют. Просто обратите свое внимание. Ну и, конечно, помните, что всегда есть противопоказания, о которых я уже говорил, может быть, о которых я не сказал. Просто сначала проконсультируйтесь с врачом, прежде чем применять эти все рекомендации, советы, ну, в общем, как угодно. Этот горошек, конечно, вот в таком виде лучше собирать заранее. Растет он хорошо, достаточно быстро. Его прям можно собирать большое количество и заморозить. И как видите, вот он в замороженном виде, то есть уже такой оттаял. И он выглядит как свежий. И вкус, и запах просто не передать. Просто на столе вот это угощение в таком виде, оно порадует многих, особенно детей. А на этом все. Будьте здоровы. Оставляйте ваши комментарии, что хотите по этому поводу добавить. И до новых видео. Пока!